Страна FM принимает поздравления. Навсегда покорены мы красотой Настаси, которая уже появилась в нашей студии телерадиоканала Страна FM и продолжает это наш марафон поздравлений. Это должен был говорить я, Настасья. Почему? Скажите же, скажите. Настасья, у меня нет по этому слову, поэтому Лера, ты будешь что-то говорить? Нет, ну слушайте, Настасья, вот нечего сказать, я просто покорен, я на коленях. На коленях. Хочешь ты? Спасибо. Хотя не надо, то сейчас как начнется. Так, Настасья, ты сама понимаешь, что ты пришла на праздник, да, у нас день рождения Страна FM, два года. Мы ждем от тебя твои теплые, яркие слова. Страна FM — это особенная телерадиостанция. Вы всегда друзья, вы всегда родные, вы всегда очень близкие, к вам всегда приятно приходить в гости, всегда приятно доверять вам свои песни. Я желаю вам процветания, много-много отличных артистов, хорошей музыки, и чтобы ваши рейтинги росли, и чтобы ваша зона покрытия тоже росла. В общем, всего вам самого замечательного, и чтобы вы получали удовольствие от вашей работы, потому что, мне кажется, это самое главное, чтобы мы все любили то, что мы делаем. А мы получаем еще какое? А вообще кайфуем, сидим здесь с 7 утра уже. И сейчас еще сильнее удовольствие. Да, потому что ты нам принесла музыкальный подарок. С удовольствием, да. Давай. И тут мы замолкаем. Погнали, Настасья. Хорошо, давайте. Укради меня от мысли, от забот. Сбежим с тобой, как в детстве, на край земли. Построим наш огромный звездоход. Мы же умели, мы все могли. Два маленьких героя, две мечты, поделенные шепотом на двоих. Из всех других так верить мог только ты. И не терять меня даже с другой земли, пока планета эта кружится. Я тебя не отдам никому никогда. Мы будем вместе, все получится. Я тебя не отдам никому никогда. Я тебя не отдам. Держи мою руку, капитан. Никому никогда. Я тебя не отдам. Ты видишь из окна серый океан. Мой город так мечтает о криках птиц. Сбежим с тобой туда, где до теплых стран рукой подать. Нет никаких границ для двух легко представивших шум ветров. Над пропастью застывших от красоты. Из всех других так верить один ты мог. В мои сумасшедшие мечты. Пока планета эта кружится, я тебя не отдам никому никогда. Мы будем вместе, все получится, но я тебя не отдам никому никогда. Я тебя не отдам. Держи мою руку, капитан. Никому никогда. Я тебя не отдам. Никому никогда. Я тебя не отдам. И ты, Страна FM, никому меня не отдавай. Никому никогда. Я тебя не отдам. Держи мою руку, капитан. Да. Планета эта кружится. Я тебя не отдам никому никогда. Мы будем вместе, все получится, но я тебя не отдам никому никогда. Я тебя не отдам. Держи мою руку, капитан, да. Никому никогда. Я тебя не отдам. Никому никогда. Ах,
это была Анастасия. Таю, день рождения телерадиоканала. Продолжается марафон поздравлений. Для тех, кто там только что подключился, у нас сегодня целый день гости приходят поздравлять, потому что нам сегодня 2 года. Спасибо тебе за эту прекрасную, великолепную песню. Сразу как-то захотелось влюбиться, но под рукой только Михаил, поэтому, ну, не срост. Да, черт возьми. Чуть-чуть можно, чуть-чуть, честь дня рождения. Чуть-чуть в него влюбиться, а потом сразу разлюбить. Ну, хорошо, раз ты мне разрешаешь что-то. Так, у нас впереди, между прочим, очень важное мероприятие. Мы сейчас будем придумывать строчку следующую для гимна телерадиоканал «Страна FM». Да. И желательно, чтобы телерадиоканал «Страна FM» там прозвучало то, что-то, знаете, как-то странно. Настасья, к третьей строчке у нас нет именно этого ключевого слова. «Страна FM» есть без промедления преамбул и фиоритур, без нот, фонограмм и партитур. Ты пока подумай, чем бы можно было это дополнить, а мы уйдем на рекламу. Все верно. 2 года марафон поздравлений на телерадиоканале «Страна FM». Мы совсем недавно слышали потрясающую песню от Настасьи в живом исполнении, и мы ее озадачили, да? Проиллюстрированную, кстати, нашим вот этим глобусом, нашей этой землей. Вот этот шар, он же из живых цветов. Да, и этот шар, как, собственно, и все цветы в студии были предоставлены, знаешь, кем? Королевские оранжереи оформили всю эту красоту. Спасибо им огромное за это. Им за это. Ну и помимо этих цветов у нас есть прекрасный цветок по имени Настасья. И Настасья сейчас допишет строчку гимна телерадиоканала «Страна FM». Настасья, я на тебя смотрю и понимаю... Да нет, и Настасья, ты иди, пока ты идешь, я буду заполнять эту паузу. Пока ты идешь, он понимает. Красные туфли, красное платье обожительное. Какой еще может быть маркер, как не красный? Ну, конечно же. Ой, какая красотка, ты посмотри. Ну что ж, Настасья. У меня есть предложение совместить все в самое прекрасное в одной строчке. Давай. Я сделаю это так. Так, а мы «Страну FM» пишем по-русски или по-английски? Как тебе удобно, давай. По-русски, конечно же, это же страна эта. И страна по-русски. Да. Страна, ага. Настасья первый наш гость, который пишет прописными буквами. Красиво, заметь, непечатными, да. Каллиграфическим почерком. Все прекрасно мне, ты понимаешь? Да. Да, и нечего добавить, понимаешь, нечего добавить мне. Так, «Страна FM». «Страна FM» шагает по планете. И восклицательный знак давай сюда. Конечно. Ой, какая красота. Вот спасибо тебе большое, потому что впервые за 3 строчки прозвучало название телерадиоканал «Страна FM». Промежуточный итог. Садись. Без промедлений, преамбул и фиоритур, без нот, фонограмм и партитур «Страна FM» шагает по планете. Ой, прям вот чувствую, вырисовывается уже вот прям вот хорошо. И хорошо, и нехорошо. Скажи, пожалуйста, Настасья, над какой песней ты сейчас работаешь, чем ты порадуешь нас в самое ближайшее время на телерадиоканале «Страна FM»? Работаю над следующим синглом, естественно. Работаю над альбомом. Вообще очень много планов, так что обязательно ждите. Ну, что-нибудь конкретное, название, клип. Пока ничего. Ничего. Настасья, а вот для тех все-таки, кто хочет больше не слушать, а смотреть, вот для мужской части аудитории, я прям за себя говорю, а будет ли какой-то клип, видеоряд, прям так, чтобы засмотреться? Он даже не слушает нас с тобой, он просто смотрит на твое платье. Да я мьют включаю, честно, где бы вот посмотреть бы. Ну, безусловно, стараюсь всегда снимать клипы на то, что запускаю на все свои синглы, поэтому я думаю, что да, обязательно, без этого не обойдемся. Вот, а вообще смотреть можно еще и в Инстаграме, вот, в группах во всех. Инстаграм твой как? Анастасия, А.И.М. Ну вот, все находились. Подожди, стойте, заиграем, потеряем, забудем. Еще раз. Настасия, А пишется А.И.М. Хорошо. В одно слово. Мы будем следить за тобой. Да, мы следим за тобой в Инстаграме. Что уж я преувеличила. Мы следим за тобой, точка. Михаил вообще за тобой пойдет. Мы следим за тобой. Так, и скажи еще, пожалуйста, а концерты? Я, насколько знаю, ты в последнее время даешь не только акустические концерты, не только концерты, но и поэтические вечера делаешь, акустические. Ну, не то что поэтические вечера, я просто стараюсь привносить чуть-чуть поэзии в музыку. То есть ты соединила эти два форматы? Да, между песнями читаю свои стихи периодически, но больше на каких-то таких акустических, более камерных мероприятиях, да. Вот, но по концертам я надеюсь, что осенью это что-нибудь произойдет. Хорошо, мы ждем с нетерпением. Спасибо тебе огромное, что ты пришла, что ты нас так потрясающе поздравила. Мы тебя очень любим и надеемся, что всегда будем вместе. Спасибо огромное, спасибо. Взаимно. Спасибо. Ура! «Страна FM» принимает поздравления.